Югославию раздирает жестокая гражданская война. Древние конфликты приводят к безжалостному кровопролитию. В Боснии к власти стремятся соперничающие группировки. Сербы побеждают, безжалостно уничтожая сотни и тысячи мусульман. СМИ назвали этот геноцид этническими чистками. Вооруженное сербское ополчение рыскает по стране в поисках жертв. В регионе царит полнейшее беззаконие. Авиано, Италия, 2 июня 1995 года, 9:30 утра. В одной из деревень на севере Италии 29-летний капитан ВВС США Скотт О'Грейди готовится к работе. О'Грейди – солдат многонациональных миротворческих сил ООН, которые пытаются остановить кровопролитие. Его работа – приводить в исполнение приказ о запрете на полет над Боснией всех самолетов, не принадлежащих НАТО. Цель – воспрепятствовать тому, чтобы враждующие группировки бомбили друг друга. Теперь боснийское воздушное пространство – это зона, закрытая для авиации. Мы только лишь пытались предотвратить истребление мирного населения. Друг О'Грейди, капитан Боб Райт, будет вести сегодняшний патруль из двух самолетов. Все очень дотошно спланировано. На то имеется причина. У сербов есть ракеты ПВО. Они иногда в нас стреляли, так что мы занимались на дополнительных тренировках на тот случай, если кому-то придется прыгать с парашютом или если кого-то собьют. Отношения между силами НАТО и боснийскими сербами недавно накалились. Сербские наземные части атаковали убежище ООН для мусульман. Самолеты НАТО ответили ударами по складам вооружения. Сербы отомстили, захватив заложники сотни миротворцев ООН, чтобы использовать их в качестве живых щитов. Они поклялись сбивать все истребители НАТО, которые появятся на их территории. Наземные войска хотели показать, как они нас ненавидели. Сразу после полудня Райт и О'Грейди направляются к своим машинам. Это два истребителя F-16 Fighting Falcons. В 370 километрах от них по боснийской земле движется сербская ракетная батарея. Командир части, полковник сербской армии, хочет ударить по войскам НАТО. Он предпочитает остаться неизвестным. Что они делают в моей стране? Вот в чем вопрос. Они поставляют оружие мусульманам и нападают на нас. Так что же мне их жалеть? В 13:15 Райт и О'Грейди взлетают. Они летят над Адриатикой на скорости 500 км в час. Через 30 минут они попадают в воздушное пространство Боснии. На высоте 8 километров они начинают патрулирование воздушного пространства Боснии, выполняя полет по кругу. Длина каждой стороны окружности 40 километров. На прохождение всего круга они тратят около 8 минут. По этому курсу они летают 2,5 часа. Таким образом, сербам прекрасно известно об их присутствии. Каждый, кто нарушает запрет о полетах, сам отвечает за свою жизнь. Четыре сербских бомбардировщика, нарушившие запрет, уже были сбиты истребителями F-16. Истребитель F-16 очень современная машина. Он чрезвычайно хорошо маневрирует и может разогнаться до скорости, равной двум скоростям звука, то есть до 2000 км в час. Мощный бортовой компьютер помогает управлять самолетом, так что пилоты могут сконцентрироваться на основной задаче. На самом деле ты летающая платформа с оружием. На борту F-16 шестиствольная 20-миллиметровая пушка, несколько видов ракет и бомб. Кроме того, на истребителе установлена сложная защитная система. В нее входит электронный противорадиолокатор, который определяет, следят ли радары за самолетом. Но пилоты, тем не менее, стараются держаться подальше от сербских ракетных позиций. Летать по одному и тому же курсу опасно. Не нужно быть специалистом по ракетам, чтобы понять, что если хочешь сбить кого-то из нас, надо установить противовоздушные ракеты там, где мы будем пролетать. Именно это и задумали сербы. По
Полковник двигается на позицию прямо под траекторией полета О'Грейди и Райта. Ракета зенитно-ракетного комплекса SA-6 советского производства специально создана для обстрела быстро движущихся целей на большой высоте. Они настолько опасны, что натовские пилоты называют их «три перста смерти». Когда стреляешь, есть шанс попасть в цель. Ракеты наводятся радаром. Они следуют курсу, указанному радиолокационным лучом, который настолько мощен, что может обнаружить самолет в радиусе до 75 километров и на высоте до 10 километров. Полковник включает радар. 14.50 у Боба Райта срабатывает сигнал, оповещающий о радаре. Его приборы показывают, что это SA-6. Позывной Райта — Бэшер-5-1. Он связывается с О'Грейди. Бэшер-5-1, МАД-6, двигаюсь по курсу 090. Это означало, что к востоку от меня находится SA-6. Бэшер-5-1, чисто. Я отвечаю ему, что у меня опасность не обнаружена. Затем сигнал радара исчезает. Райт связывается с системой дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы проверить, видят ли они SA-6 в этой местности. Они сказали, что на данный момент ничего не обнаружили. Вероятно, это ложная тревога. Пилоты продолжают патрулирование. Они летят на высоте 8 километров. Короткая вспышка радара, и сербский полковник начинает смертельную игру. Он знает, что самолеты противника могут засечь его радар. Если он включит его на долгое время, пилоты его обнаружат. И сведут с ним счеты. Нас бы убили, а наше оружие уничтожили. У полковника есть хитроумный план. Короткого импульса радара достаточно, чтобы определить скорость, направление движения и высоту, на которой находятся истребители F-16. Он запустит ракеты без радиолокационного наведения и включит его только в самый последний момент. За 5 секунд до выстрела. Если он промахнется, то погибнет вместе со всеми солдатами. Три перста смерти указывают прямо на истребители. Я отдал приказ огонь. Ракета SA-6 с фугасной боевой частью разрывается на осколки и полностью уничтожает цель. Дальность полета ракеты 24 километра, максимальная скорость 3000 километров в час. Таким образом, она попадет в F-16 менее чем за 10 секунд. Без радиолокационного наведения ракета невидима для Райта и О'Грейди. Два натовских истребителя патрулируют воздушное пространство Боснии. Они становятся мишенью для сербской батареи ПВО. Командир сербов принимает решение сбить их. Они спровоцировали нас. Ведь они нас бомбили, они вообще думали о том, что кто-то на земле мог погибнуть. За 5 секунд до попадания ракеты в F-16 сербский полковник включает радиолокационное наведение. В кабине О'Грейди срабатывает сигнал тревоги. Бэшер-5-2, МАД-6, курс 090. Бэшер-5-2, чисто. Находясь на расстоянии 2 километра от О'Грейди, Райт не получает оповещения о радаре. Мог ли это быть еще один ложный сигнал? Луч радиолокатора отражается истребителем О'Грейди. Его улавливает головка самонаведения на носу ракеты. Отраженный луч ведет ракету к цели. В наушниках О'Грейди звучит еще более громкий сигнал тревоги. Райт видит, как из-за облаков появляется ракета и несется к О'Грейди. Я закричал: «Ракета в воздухе, а потом уходим». Но О'Грейди его не слышит, ракета взрывается между самолетами. Но к ним уже приближается вторая ракета. Тревога, тревога.
О'Грейди не успевает среагировать. Я даже не успел нажать на кнопку отстрела инфракрасных ловушек. Я думал, что погибну прямо на месте. Истребитель разваливается на куски и исчезает из поля зрения. Райт теряет из виду кабину О'Грейди. Бэшер 5-2 сбит. Я не видел, как он катапультировался. Я не видел его с парашютом. Для О'Грейди, находящегося внутри гача, ты умрешь. Он хватается за рычаг катапульта. Спустя доли секунды катапульта выстреливает креслом пилота. О'Грейди падает со скоростью более 190 км в час. Ему повезло, что он выжил. Однако он знает, что пока не избежал всех опасностей. Что бы мне пришлось делать, если бы парашют сгорел или был поврежден, я мог просто упасть и разбиться. Он дергает за кольцо. К его облегчению парашют в прекрасном состоянии. На высоте около 4 километров кресло автоматически отделяется, оставляя Грейди с аварийным комплектом, питьевой водой, аптечкой и 9-миллиметровым пистолетом. Сербский патруль видит парашют О'Грейди. Они знают, что опускаться он будет долго, так что у них достаточно времени, чтобы добраться до него. О'Грейди опускается на холмы, поросшие густым лесом, примерно в 45 километрах от Банья Луки, сербского опорного пункта. Армия отдает приказ местной полиции найти летчика. Они отправляют два поисковых отряда. Один двигается на юго-запад от Баньи Луки, другой на северо-запад от Сараева. Ими командует Милютин Плиевальчич, майор сербской полиции Боснии. Под моим командованием находились 120 полицейских и 60 военизированных подразделений. Я хорошо знал эту местность, так что был совершенно уверен, что мы поймаем его. Когда земля приблизилась, пульс О'Грейди участился. Внизу его ждала группа вооруженных людей. Было очевидно, что они хотели схватить меня. Я знал, что у меня не будет достаточно времени, чтобы попытаться убежать от них, как только я приземлюсь. Он опускался прямо на них, но вдруг порыв ветра отнес его в сторону. Через 25 минут после катапультирования О'Грейди приземляется на поросших лесом холмах на северо-востоке Боснии. Он в глубоком тылу у сербов. Вооруженные люди бегут к нему. И если они его поймают, у него остается мало шансов на выживание. Они бы убили меня и свалили бы вину на своих противников. Я не хотел стать частью пропаганды, живым или мертвым. Он должен очень быстро скрыться. Группа вооруженных сербов приближается. Их жертва бежит на юг, подальше от дороги. Но пробежав почти 200 метров, О'Грейди вдруг останавливается. Мне неожиданно пришло в голову, что лучше не убегать, а найти место, где можно спрятаться. У него колотится сердце. Внезапно страшная мысль заставляет его содрогнуться. Он оставил резервную рацию и половину запасов воды на том месте, где приземлился. Это может оказаться роковой ошибкой. Сербы находят парашют американца спустя всего несколько минут после его приземления. Он не мог уйти далеко. Здесь много поросших лесами гор. Я хорошо знаю эту местность. Скрываясь всего в 200 метрах от сербов, О'Грейди пытается связаться с Райтом. Он использует позывные своей эскадрильи. Эй, Уилбур, это Зулу. Но в ответ одни лишь помехи. Уилбур, это Зулу. Только помехи. Должно быть, рация вышла из строя. Ему предстоит проделать весь путь до базы в одиночку. Но один он будет недолго. 15:40, пятница, 2 июня 95 года. Штаб-квартира ВМС США, Лондон, Великобритания.
В 1500 километрах от него адмирал Лейтон Смит, главнокомандующий войск НАТО в Южной Европе, узнает, что сбит натовский летчик. Когда сбивают пилота коалиции, все останавливается. У меня есть полномочия делать все необходимое, чтобы вернуть его, и я могу в том числе подключить войска. Воздушное пространство Боснии сейчас слишком опасно для регулярного патрулирования. Адмирал сдвигает траекторию полета так, что самолеты теперь летают над морем в 100 километрах от побережья. Пилоты НАТО могут контролировать запретную для полетов зону с помощью радара и ловить радиосигналы от Агреди. Вероятность, что пилот выжил, была очень мала, но не было уверенности, что он точно погиб. Адмирал отправляет американский десантный корабль «Кирсардж» на позицию побережья. На его борту элитное подразделение морских пехотинцев, специалистов по спасательным операциям. Полковник Мартин Бернт, командир подразделения, приказывает им быть в состоянии боевой готовности 24 часа в сутки. Я просто сказал себе, вот ради чего мы здесь, пора приготовиться. Сербы приближаются к Агреди. Они уже всего в 5 метрах, и он может совсем близко рассмотреть своих преследователей. Это были военизированные формирования. Они менее натренированные, чем обычные солдаты, но, как правило, более жестокие. Когда я услышал их выстрелы, то понял, что они пришли не за тем, чтобы поймать меня, а чтобы пристрелить. Военизированные формирования не подчиняются международным военным соглашениям. Они делают грязную работу для сербского командования. Бойцы этих формирований отнюдь не люди чести. Их главная цель была убивать как можно больше вражеских солдат, а также грабить и мародерствовать. А Греди не двигается целых 8 часов. Когда он удостоверивается, что остался один, он снова пробует включить рацию. Кто-нибудь? Бэшер 5-2. Ответа нет. А Греди знает, чтобы попытаться установить связь, надо забраться повыше. Он передвигается ночью, чтобы его не обнаружили. Я понимал, что любое мое движение может производить шум, который способен привлечь внимание к моему местоположению. Так что я передвигался крайне осторожно, очень медленно. Всю ночь Агреди пробирается через лес. Он знает, что сербы наблюдают и ждут. Мы воспользовались преимуществом ночного времени суток, внимательно вслушиваясь и наблюдая за территорией, надеясь увидеть вспышку света или любой другой сигнал, который можно было бы засечь. День второй, суббота, 3 июня 95 года. На следующий день сербское командование отдает приказ, который ухудшает положение Огреди. Мы получили приказ, что армия должна прекратить поиски летчика. Таким образом, нас нельзя было бы обвинить в убийстве, если его схватят вооруженные формирования. Охоту за сбитым летчиком предоставляют сербской полиции, военизированным формированием и всем тем, у кого есть оружие. Несмотря на то, что местность была под нашим контролем, там передвигалось много других группировок. Преступников, которые действовали по другую сторону закона. И абсолютно все были вооружены. День третий, воскресенье, 4 июня 95 года. Огреди ничего не ел с тех пор, как покинул базу в Италии 2 дня назад. Теперь он сталкивается еще с одной угрозой – голодом. Я не чувствовал голода, пока не прошли 2 дня на земле. Здесь нет ни ягод, ни фруктов. На тренировках по выживанию он ел листья. Он проверяет, пригодны ли они в пищу. Нужно потереть растения о губы с наружной стороны, а потом с внутренней. Затем подержать во рту 5 минут. После этого проглотить. При первом же признаке отравления вызвать рвоту.
Он не испытывает никаких болезненных ощущений и пробует съесть еще. Они были очень сухие и горькие, а трава состояла из шероховатых волокон. Он не может выжить, питаясь одними листьями и травой, а на пищеварение тратится много воды. У него остались последние 3 упаковки с питьевой водой. О'Грэди понимает, что у него совсем мало времени. Я был обезвожен, приходилось постоянно быть в бодрствующем состоянии. Я не спал ночью и позволял себе вздремнуть только минут на 20 в дневные часы. Сердце билось, как после марафонского бега. Тело нуждается в гораздо большем количестве энергии, когда тебе холодно, когда ты мокрый, продрогший и весь дрожишь, пытаясь согреться. В ту ночь О'Грэди наконец-то добирается до холма. Чтобы забраться на вершину, ему придется передвигаться по открытому пространству и стать хорошо заметной мишенью. Но он не может больше ждать. У него нет выбора, остается рискнуть. День 4, понедельник, 5 июня 95 года. На 4-й день прочесывания местности сербам кажется, что они напали на след О'Грэди. Мы находили в лесу множество следов, которые указывали на присутствие кого-то не из наших войск. Неожиданно О'Грэди разбудил резкий звук. Фермер ведет коров на новое пастбище. Малейшее движение может испугать животное и вызвать любопытство фермера. И если бы меня обнаружил пастух, он мог бы сообщить тем людям обо мне, и они пришли бы и схватили меня. В 170 километрах от Боснии пилоты на базе Авиана не уверены, что О'Грэди жив. Сомнения всегда есть, но мы не готовы отступиться. Мы, как братья по оружию, должны пойти и спасти его. Мы вернем его на родину. Или, по крайней мере, сделаем все ради этого. Его шансы на выживание чертовски малы. Мы должны были уже что-нибудь услышать. Все говорит о том, что он либо погиб, либо его поймали. Но мы продолжаем ждать. Самолеты НАТО с оборудованием для создания помех РЛС продолжают полеты над Боснией в ожидании любого сигнала от сбитого пилота. О'Грэди слышит, как над ним пролетает самолет. Он пытается установить связь. Но самолет летит слишком высоко и слишком быстро. Скоро он уже вне досягаемости. О'Грэди выпивает последнюю упаковку с водой. Теперь его положение становится отчаянным. Когда организм обезвожен, человек теряет разум и перестает принимать правильные решения. Гораздо выше вероятность умереть от обезвоживания, чем от голода. Пока он не найдет воду, он будет страдать от головных болей и головокружения. В его мозгу будет происходить что-то наподобие короткого замыкания. Давление упадет. В результате мозговые клетки начнут умирать, что приведет к психическому расстройству, потере сознания и, наконец, к смерти. В тот вечер молитвы О'Грэди были услышаны. Он собирает воду куда только может. Но это поможет ему лишь временно. О'Грэди проводит 4-ю ночь в Боснии, пытаясь установить связь. Он так ничего и не смог добиться, используя голосовую частоту, поэтому пробует включить радиомаяк. Он передает постоянный сигнал в радиусе 160 километров. Единственная проблема в том, что этот сигнал могут поймать все, у кого есть приемник. О'Грэди включает его всего на несколько секунд. Но ответа нет. НАТОвские пилоты, которые ждут от него сигнала, слышат сигнал радиомаяка. Но они не уверены, О'Грэди ли это. Мы получили отчеты о сигналах, но они шли не от того места, где был сбит самолет. Это старая уловка. Берется сигнализатор, ставится в какое-то определенное место и устраивается ловушка. О'Грэди снова включает радиомаяк. Он тратит заряд батареи и раскрывает свое местонахождение врагу.
но это его единственная надежда. Меньше чем в километре от него сербы сканируют радиоволны. Эй, чего ты? Ай, господин, слушай. Они ловят сигнал пилота. Скотт О'Грэди лезет на холм, чтобы лучше принимала рация. Он пытается использовать радиомаяк. Он передает постоянный сигнал в радиусе 160 километров. О'Грэди может раскрыть свое местонахождение врагу, но это его единственная надежда. Он уже готов сдаться, когда вдруг слышит. Бэшер 5-2, это флешман. Как слышно? Бэшер 5-2, это флешман. Как слышно? Только пилоты НАТО знают его позывной. Они не бросили его поиски. Я слышу слабый прерывающийся сигнал. Сначала нечетко. Но потом, когда я услышал его отчетливо, то не мог сдержать эмоций. Флешман — это Бэшер. Но флешман его не слышит. Кто-нибудь? Это Бэшер 5-2. Флешман улетел. Сигнал О'Грэди не смог дойти до него. Однако его засекли сербы. Сигнал был громкий и явный. Он не мог быть далеко. На другом склоне холма, услышав флешмана, О'Грэди снова испытывает оптимизм. О'Грэди провел уже 4 дня без нормальной пищи. Он в отчаянии ищет хоть какую-нибудь еду, хоть что-нибудь съедобное. День 5, вторник, 6 июня 95 года. На помощь ему приходит 4 года службы в ВВС. Если сравнить в фунтах, то думаю, что протеина больше в муравьях, чем в хорошем стейке. Муравьи хрустящие и соленые на вкус. После наступления темноты О'Грэди готовится выдвигаться. Он должен быстро подняться на вершину холма, чтобы связаться с натовскими самолетами. Сербы должно быть уже близко. Он лезет на холм всю ночь, периодически включая радиомаяк. Но никого не слышит. Перед самым рассветом он находит укрытие. Он устал и хочет пить, но вода закончилась. Ему приходится прибегнуть к экстренным мерам. У меня все это время были очень мокрые и замерзшие ноги. Так что я просто выжил носки. Когда хочется выжить, пойдешь на все. О'Грэди потребовалось 6 мучительных ночей, чтобы наконец забраться на вершину холма. Он подает короткий сигнал. А потом прислушивается и ждет. В надежде, что хватит заряда батареи. Он подает сигнал снова и снова. Вдруг он слышит 3 щелчка. Как будто на том конце включили микрофон. Кто-то прислушивается. Может, это сербы? В 1:25 ночи капитан Томас Хэнфорд вместе с 510-й эскадрильей из Авиана заканчивает патруль в закрытой для полетов зоне у побережья. Все последние 6 дней он и другие пилоты ждали сигнала от О'Грэди. Хэнфорд летает уже более 3 часов. У него остается топливо на 20 минут. Потом ему придется использовать резервный бак с горючим. Он решает сделать еще одну попытку найти О'Грэди, прежде чем вернуться на базу. Это Бэшер 1-1. Ищу Бэшера 5-2. Я не получал ответа. Я говорил, это Бэшер 1-1, ищу Бэшера 5-2, но слышал только... просто одни помехи. Пилот ведомой машины говорит ему: пора возвращаться на базу. Но Хэнфорд хочет продолжить поиски. Это Бэшер 1-1. Ищу Бэшера 5-2.
Он пытается вслушаться в помехи. Когда я был маленьким, я закрывал ночью глаза, когда мне казалось, что я что-то услышал, и пытался вслушаться. Мы были на высоте 6 километров, там не в кого было врезаться. 2 часа ночи. У Хэнфорда остается резервного топлива только на то, чтобы долететь до базы. Но он еще не хочет сдаваться. Чтобы появился шанс услышать кого-нибудь, мне нужно было подлететь поближе, по возможности пролететь над сушей. И теперь над сушей есть опасность, что у него закончится топливо. И что он окажется в зоне попадания сербских ракет. Это Бэшер-1-1. Ищу Бэшера-5-2. Ведомый летчик недоволен. Летчик из ведомой машины сказал мне: «Пора поворачивать, ты улетел слишком далеко вглубь суши». И когда он говорил мне это, я услышал что-то похожее на голос. Бэшер-5-2! Бэшер-5-2! Он очень слабый. Бэшер-5-2 — это Бэшер-1-1 на Альфе. Он слышит снова. Бэшер-5-2. Хэнфорд меняет курс, чтобы хорошо слышать слабый сигнал. Бэшер-1-1 на Альфе. Он вновь слышит. Бэшер-5-2. Бэшер-1-1. Бэшер-5-2. У Хэнфорда почти закончилось топливо. У него остается всего несколько минут. Я пообещал ему остаться. Если бы я сдался в тот момент, я бы всегда потом думал, а мог ли я сделать больше. И мне кажется, с тем топливом, которое оставалось, у меня была возможность сделать еще немного. И решил сделать это. Бэшер-5-2 — это Бэшер-1-1, повторите. Я лечу по самому краю зоны обстрела и слышу его голос. Бэшер-1-1, это Бэшер-5-2. Так что я спросил: «Кто это?» «Я Бэшер-1-1, назовите свой позывной». «Бэшер-5-2!» «Бэшер-5-2!» «Бэшер-5-2, это Бэшер-1-1, слышу вас отчетливо». «Я жив! Я жив! Я жив!» «Понял, вы живы. Рад вас слышать». Я не мог поверить, что слышу его, что он все-таки жив. Это был очень волнительный момент. У меня текли слезы, когда я летел и пытался говорить с ним по рации. Хотелось смеяться, хотелось кричать, плакать, прыгать от радости. Я словно заново родился. У меня началась новая жизнь. Но Хэнфорд был не единственный, кто услышал сигнал о Греди. Сербы вычислили его местонахождение. Они должны добраться до него быстрее американцев. ВМС США в Европе, Лондон, Великобритания. Спустя несколько минут в Лондоне адмирала Смита будет телефонный звонок. Моей первой мыслью было: «Черт, в 1:37 ночи не бывает хороших новостей». Друг и коллега Смита, генерал Майк Райан, командующий ВВС НАТО в Южной Европе, рассказывает ему об Агреде. Не колеблясь ни минуты, мы сказали: «Забирайте его». Оба командира хотели немедленно начать спасательную операцию. Но была большая проблема. Истребители для прикрытия были недоступны до утра. Нужно было время на то, чтобы собрать эскадрилью и подготовить самолеты. Стало ясно, что мы не успеем все сделать под покровом ночи. А это дело было чрезвычайно важное. Через 45 минут после разговора с Агреди Хэнфорд снова на связи. Он заправился и летит назад, чтобы рассказать Агреди последние новости. Возможно, ему придется подождать еще день. Этому я был совсем не рад. Я сказал, что хочу убраться оттуда немедленно. Хэнфорд остается, чтобы не бросать Агреди одного. Точно скажу, он был очень-очень взволнован и ужасно хотел выбраться оттуда. Ему было очень страшно. Я мог ему только твердить: «Эй, парень, мы заберем тебя, потерпи немного. Весь мир за тебя горой». О'Греди знает, что сербы, вероятно, перехватили сигнал и скоро доберутся до него. Вполне возможно, что у него остается всего несколько минут. В сербской армии известно о спасательной операции.
Мы знали, что он связывался со своими. Мы узнавали обо всем, что затевалось спустя несколько секунд. Адмирал Смит понимает, что Грэди в отчаянном положении. Он находится в центре зоны военных действий. За ним охотятся сотни вооруженных людей. Он также знает, что местность контролируется сербской армией, в распоряжении которой имеется тяжелая зенитная артиллерия. Если мы не спасем его этой ночью, фактор внезапности будет упущен, что поставит под угрозу всех, в том числе и О'Грэди. Адмирал Смит звонит полковнику Бернту, командующему спасательным отрядом морской пехоты. Он ставит его перед жестким выбором. Выдвигаться сейчас, в темноте, без поддержки с воздуха. Или когда будет светло, но под прикрытием. Главным было то, что мы не хотели подвергать опасности наших ребят, не будучи уверенными, что имеем в своем распоряжении все возможные ресурсы. Полковник Бернт решает подождать прикрытие и лететь, когда рассветет. Я сказал: «Окей, Марти, тебе лететь». Через минуту после восхода солнца спасательный отряд взлетает. Это два вертолета «Супер Сталион», на борту которых находятся 43 морских пехотинца. За ними следуют два вертолета огневой поддержки «Кобра» и 4 самолета вертикального взлета и посадки «Харриер». Их прикрывают около 40 истребителей с мощным вооружением. О'Грэди слышит треск по рации. Это Хэнфорд. Я сказал: «За тобой уже летят». Теперь О'Грэди остается только ждать и надеяться. Из-за дневного света операция становится гораздо опаснее. По боснийской территории движется зенитная артиллерия. Медленно летящие вертолеты – хорошая мишень. Было ли это рискованно? Без сомнения. Могли ли мы потерять объект с 15-20 морскими пехотинцами на борту? Разумеется. После того, как я отдал приказ стартовать, я позвонил Майку Райану и сказал: «Майки, ты же знаешь, если все не пройдет гладко, мы оба с завтрашнего дня будем зарабатывать себе на жизнь за кассой супермаркета». О'Грэди волнуется. Он знает, что его спасатели станут хорошей мишенью для обстрела. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал, пытаясь спасти меня. Всего через 10 минут после старта спасательный отряд входит в воздушное пространство Боснии. Курс лежит вне зоны досягаемости сербских ракетных позиций, известных натовцам. Чтобы долететь до О'Грэди, им понадобится час. Они не знают, какие вооруженные силы движутся им навстречу. В полной боевой готовности полковник Бернт ожидает любого сигнала со стороны врага. Было так рано, что мы надеялись, что хоть кто-нибудь из наших врагов страдал от похмелья после предыдущей нелегкой ночки. Я дал ему полномочия делать все, что он сочтет нужным. Между нами говоря, это означало, если кто-то попытается остановить вас, убить. Два истребителя F-18 первыми добрались до О'Грэди. Они связываются с ним, чтобы подтвердить его местонахождение. На спасательном жилете О'Грэди установлена глобальная система навигации. Он может определить свое местонахождение с точностью до 30 метров. Он передает им свои координаты. Спасательные вертолеты всего в нескольких минутах пути от него. Сербы знают, что отряд подлетает. У армии была радиолокационная система. Никакой летательный аппарат не смог бы зайти в нашу зону незамеченным. Они готовятся к удару по морским пехотинцам. О'Грэди слышит звук, который заставляет его сердце трепетать. Это вертолеты ВМС. Он передает сигнал о своем местонахождении. Я поднимаю глаза и вижу над горизонтом вертолет морской пехоты США на вражеской территории, который летит сюда, чтобы спасти мне жизнь. Я патриот, но еще никогда не был так горд, что я американец, как в тот момент. Он запускает сигнальную ракету. В моем аварийном комплекте была Панама.
Когда я вышел из леса, морские пехотинцы, которые прилетели мне на помощь, решили, что никому не придет в голову нацепить оранжевую панаму в зоне военных действий, кроме как сбитому американскому пилоту. Сербские радиолокаторщики оповестили все части, находящиеся в зоне полета морской пехоты. Военизированные формирования становятся на позиции и ждут. Проведя 6 дней в тылу врага, пилот Скотт О'Грэди должен быть скоро спасен морской пехотой США. Он измучен, готов открыть огонь. Если кто-то попробует помешать мне подняться на борт вертолета, это будет смертельной угрозой. Надо было сопротивляться. Вертолеты садятся в 6:42 утра. Морские пехотинцы немедленно закрепляются на территории, готовы идти на поиски сбитого пилота. Неожиданно из-за деревьев появляется О'Грэди. Это для всех было незабываемо, потому что мы увидели его живым и здоровым. Один из пехотинцев забирает у О'Грэди оружие из соображений безопасности и помогает забраться на борт вертолета. Сербские солдаты готовятся открыть огонь по американцам. Через 6 минут после приземления вертолеты взлетают, не сделав ни единого выстрела. Адмиралу Смиту докладывают обо всем. Это было невероятно. Я с нетерпением ждал новостей. И вот первое, что я услышал, было: он на борту.